Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывести из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это. Этот кейс сам по себе демонстрация того, что система, которая доходит до своего какого-то апогея в течение последнего года, то бишь система основана на репрессиях, на подавлении инакомыслия, на подавлении инициативы, да, она вот приводит к таким абсурдным ошибкам.